будем жить вечно, говорил он. В истории и в реальности. Надо было догадаться, что он нам очки втирает. Но когда мы последовали за ним через эти врата, в немыслимый мир, когда увидели существ, механизировавших собственное солнце... О, именно о такой романтике мы грезили, когда отправились к этой унылой глыбе льда. Казалось, что это воспоминание останется со мной до конца жизни. Какая горькая ирония. Анжали, что скажешь? Брей вообще понимает, что делает или как? Я тебя умоляю, он нас не слышит, даже когда мы рядом. У него вся голова забита важными мыслями. Да ладно, мы разнесли этих вексов на куски. И к тому же опустошили их аккумуляторы. Они не могут ничего передавать. Я уверена, тем более нам не их нужно опасаться. Что будет, когда они выкатят через эти врата тяжелую артиллерию? Ну, у меня нет доказательств или чего-то такого. Я просто думаю, мы чересчур уверены в своих силах.
Дисфория, отчаяние, отсутствие мотивации, приступы рыданий, но без слез, а потому не приносящие облегчения. Уэсли 2 страдает клинической депрессией, без психотических эпизодов. По крайней мере, пока. К слову сказать, он верно подметил, что нет смысла делать заметки. Ведь вся информация о каждом из нас копируется в банк памяти технологий будущего. Но сам по себе ритуал как-то утешает. Если не пациентов, то хоть меня. Меня перезагружали 3 раза. И банк памяти стерли, разумеется. Стерли полностью? Это точно? Просто мне страсть, как хочется маминых вареников с картошкой и луком. Я в курсе насчет программы, но зачем указывать блюдо, сделанное человеком, которого я не знаю и никогда не увижу? Глюк. Так я и думал. Надо быть настоящим садистом, чтобы обречь меня на вечную неудовлетворенность. Каждую ночь мне снятся битвы. Такое ощущение, что прошлый я, Ноэ-Ноль, был воином. А они говорят, что я был пилотом. Но мне не снится небо. Мне снится, как я бросаюсь навстречу вопящей орде. Мне снится, как я замечаю в многотысячной толпе розовое лицо Кловиса Брея. Мне снится, как я взмахиваю топором и раскалываю его хлипкий череп надвое. Я кричу: «Это тебе за суассонскую чашу!» Не знаю, откуда эти слова. Я имею в виду, это тебе за мою человечность. Если честно, я думала, у старика не хватит духу. Операция сама по себе мучительна, и ему она далась нелегко. Даже без сознания он визжал, как свинья, а у меня в голове вертелось. Главный принцип — не дурачить самого себя, а себя как раз легче всего одурачить. Интересно, откуда это? Едва ли это моя мысль.
соседней комнате. Вдруг услышит. Все равно лучше помалкивать. Кто знает, может, эти микрочипы передают сигнал на глобальную материнскую плату или типа того. А ты уверена? Может, они притворяются? Ты сама сказала, даже мистер Брей не понимает, что делает. Думаешь, они заманивают нас в ловушку? Тогда с чем же мы имели дело до этого? С пушечным мясом? Даже если ты права, не могу представить, чтобы у Кловиса Брея не было запасного плана. Он эгоцентрик, но не дурак.